мы выезжаем на реку. Марина, легко! Зрители, мы находимся в городе Суздаль. В этот раз у нас совсем маленькое видео. Мы специально ничего не планировали снимать. Просто небольшой, так сказать, очерк. Во-первых, о месте, где мы в этот раз остановились. Мы находимся здесь сейчас в феврале. Год у нас 2017. Мы остановились в отеле «Сокол», который находится прямо на улице Ленина, рядом с торговыми рядами. Очень удобное расположение в плане инфраструктуры. Вот такой вот у нас номер, такая здесь спальная кровать. Номер, в принципе, очень неплохой. Такой достаточно уютный и большой при этом. Вот у нас вид из окна. Не знаю, видно ли там что-нибудь, кроме нас самих. Вот такой сквер перед нами с фигурками светящимися. Церковь видна. Ну, в общем, на самом деле вид мне очень нравится, он умиротворяющий. Там вечный огонь, то есть это огонь, вид так. На сквер напротив торговых рядов. В принципе, это не дешевое размещение, да, то есть как бы здесь, например, двухместный номер стоит там 4500-4700 за ночь. Но по акции, которая была, собственно, на сайте отеля, называется Black Friday, была 50% скидка, поэтому мы не удержались, поехали. Еще раз говорю, здесь одно из самых главных преимуществ — это близость всего, да, то есть как бы очень удобно. Пошли на горку, там покатались, там туда-сюда, ну, в общем, классно. Кремль рядом, 2 минуты. Кремль рядом, магазины рядом, то есть все. Хоть создали так, в принципе, маленький город. Так, ну что еще показать? Ванна, комната. Зрить. Ну, в смысле, это что со мной Аня, не какая-то другая женщина. Ну и такой вот похожий, да, с большим шкафом. Можно, в принципе, не то что двоих, а десятерых разместить. Вот, так вот, в этом видео мы вам сейчас покажем, как мы катаемся на лошадях. В этот раз мы решили покататься. Это будет ночью. Какое-то сумасшедшее мероприятие. Ну, Ане очень хочется, для, так сказать, любимой, исполнения всех ее капризов, не вопрос. И в самом конце вы увидите Суздаль с высоты птичьего полета на нашем прекрасном Феде. Мы научились летать в морозы, кстати говоря. Если будет кому интересно, пишите, мы расскажем, как это сделать. Спасибо, что вы с нами. Не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал. Пока-пока. И приятного вам просмотра. Да, поедем, катаете? Да, присаживайтесь. Ой-ой-ой. Город Суздаль по летописи у нас был основан в 1024 году. У нас проживает 11 тысяч населения на 9 квадратных километров. На этой площади сохранилось 33 храма, 14 колокольней и 5 монастырей. Мы сейчас будем подъезжать к самому Кремлю и Рождественскому собору. Thank you.
сам маршал Паулс был в заключении 4 месяца в суд. Который по Сталинградам? Да, да, именно который. А в какой тюрьме был, где спас Эфимию, да? Боярыня. Как вам? Так, сейчас с вами мы увидим вот на этой улице первый купеческий дом города Суздаль. Низ белокаменный, верх деревянный. После революции был детский сад. Сейчас частный дом на 200 метров. Вот такие вот суздальские забавы. Это поскромнее. Вон тут детки маленькие. Там вот Аня. И она поехала дальше. Ей хочется, но не получается. Ну, ваше впечатление? Отломилась? Отломилась? Ну как так? Моя ледянка после первого спуска. А я еще с этой не ехала. Давай! И ледянка, главное, не треснула. Вот что самое главное. Да, она потому что это какая-то. Это ж нормальная, а не из фикс-прайса. Ваши ощущения? Ну круто же? Ну да. признайте. Да. Круто, да, все. Я вспомнил детство. Да, отлично. Вот теперь это, да? Нет, что-то смелее.
Ты просто монстр какой-то. Сердце выпрыгнуло из груди. Но это было прикольно. Ну, ты знаешь, как-то было не очень страшно. Ты снимаешь? Угу. Да? Было классно.